Приветствую на канале Atom of Life. Сегодня я снимаю свое видео и расскажу о том, как проходит у меня вайн-семинар на этой неделе. Чтобы вы понимали, кто не знает немецкий, вайн – это обозначает вино. Винный семинар проходит у меня в Эрфурте, и я попытаюсь сегодня немножко его заснять. Также я хотел сказать, что сегодня у меня уже второй день семинара, сегодня у нас 12 июня. Семинар длится вообще в общей сложности 5 дней, на этой неделе 3 дня, то есть вчера, сегодня и завтра. И на следующей неделе еще 2 дня будет, вторник и среда. Так, я практически добрался уже до того места, где проходит семинар, это De Hoga, так называемое здание и центр, где неподалеку располагается школа подготовки на такую специальность, как Hotel Fachmann, Hotel Fachfrau. И почему я вам хочу рассказать о этом семинаре, о вайн-семинаре? Потому что я не знаю, как это происходит в других странах, но здесь, когда проходит вайн-семинар, здесь пробуют различные вина. То есть здесь спаивают учеников. И вчера мы на нашем семинаре пробовали вино, которое называется Müller-Thurgau, Trocken, сухое. Это марка земли Пфальц была, там произведено было это вино, но также Müller-Thurgau производится практически в каждой земле, где есть виноградники. Вино довольно-таки терпкое, кисловатое, я больше люблю Halbtrocken, то есть полусухое, полусладкое, да? Либо Lieblich, то есть либо сладкое. Но сухое тоже как бы было нормально. Сегодня мы будем пробовать другие виды вин, это будет красное вино, это будет белое вино, и, как я сказал, попробую заснять, я не знаю, получится мне, не получится, но я попробую это сделать, и если получится, то это будет классно и супер. И вчера был такой интересный случай, когда мы, то есть нам налили довольно-таки по много, по 200, наверное, миллилитров каждому, было порядка 20 человек, то есть разлили две бутылки вина на всех, две литровые бутылки вина, естественно. И были наши коллеги из Азии, из Вьетнама, и вот они прям буквально выпили эти 200 миллилитров, и все, и стали пьяные, вот просто вообще пьяные стали. И учитель, который у нас преподавал, сказал: вы подготовьтесь, сегодня мы будем пить больше. Итак, вот здесь у нас будет проходить семинар, в принципе, он вчера здесь проходил, но сегодня тоже здесь же будет, в ресторане. Zum späteren Zeitpunkt, wenn Wein gut geschmeckt hat, können Sie ihn später gerne noch. Как вы видите, у нас сейчас проходит семинар, сейчас я отлучился в туалет. И хочу сказать, что семинар проходит супер, мы все пьем, мы уже все пьяные, мы выпили два вина. Остатки вина, которые не допиваются, которые не нравятся, выливаются все в ведерочко, я вам уже показал, там уже половина ведерка разных этих, ну, двух вин, которые не выпивают, все туда сливается. И это нормально. Так что сейчас будет продолжение, еще как минимум два сегодня вина, наверное, будет. То есть это два вина, означает, что два раза стаканчика, два разных производителя. Там продается, то есть 200 мл, 200 мл. Это уже 800, ну не 800, 600 мл мы точно выпили. Ну где-то еще столько же, то есть больше литра вина мы сегодня выпьем на семинаре каждый. So ein weißes Etikett, und hier gibt es nochmal ein schwarzes Etikett. Wie das Spritz geht sauer. Я не понял. Я просто не понял. Ну еще и в конце всего мы получили десерт. Так, у нас семинар закончился. Пошло вот. Все хорошо. Все вино, пьяные. Вино было вкусное. Да, очень все пьяные. Но завтра будем пробовать красное вино, сегодня пробовали белое вино. Слушай, я сегодня посчитал, мы выпили 10 бутылок вина. Да.
Еще допили 12. А, да, еще 2 допили 12. Так что все просто отлично. Да. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки в описании. Все, ждите новое видео. Все, всем хорошего вечера. Давайте. Все. Держитесь. Пока. Все, пока.